Больше 2 миллионов казахстанцев заболели ОРВИ с начала эпидсезона, то есть с 1 октября. Показатель заболеваемости на 10% выше по сравнению с прошлым годом, сообщила на брифинге ВСЦК вице-министр здравоохранения Айжан Исмагамбетова. По ее словам, сезон начался раньше, чем ожидали медики. Вице-министр также отметила, что больше всех болеют дети до 14 лет. На них приходится 65% всех выявленных случаев. Отличительная черта этого сезона – это то, что высока циркуляция РС-вирусов. Эти вирусы, они в большей степени поражают детское население, и в первую очередь детей до 5 лет. И поэтому вот у детей до 5 лет это протекает более тяжело. Не водите больных детей в школы и в детские сады, не водите детей в торговые центры и другие места массового скопления населения.